Новы год – чароўны час для кожнага. Менавіта таким его паспрабавалі сёння зрабіць і для людей, які проживають у адзіным у Беларусі кризисным центре. На святе побывали наши корреспонденты. Кризисный центр для людей, які опынулися в складаным жыццём, становішча у Гомеля открылся ровно год тому. У Беларусі аналогаў яму няма. Зараз тут знаходзіцца 8 чалавек. Яшчэ 33 уже отрымали необходную допомогу. Звычайно, гэта аднаўленне страчаных документаў, допомога у працаўладкаванні і атрыманні жылля у интернате. Некоторые из проживающих мают родных, але сувязи у зими не подтримливают. Люди без певного места жыхарства, якія тым не менш мают шанс вернуться до нормального життя. У кризисном центре им вельми імкнуцца дапамагчы у гэтым. Практически все получили документы, восстановили паспорта. Половина трудоустроена, приобрело себе общежитие по ходатайству и вернулись в социум. Кризисный центр – проект, які задуманы і реалізуецца Гомельскай обласной організації Беларускага товариства «Червонага крыжа». Часто супрацоўнікам центра допомагають волонтеры. Навучэнцы размещаны побач 31-й сярэдняй школы. На гэты раз яны прыйшлі з концертной программой. Плюс гульнявая программа с Дзядом Морозом и Снягуркой и уручэнне подарунков от «Червонага крыжа». Для кожнага проживающего набылі теплое верхняе адзенне. Новый год – час, калі можна ўсё распачаць з чыстага ліста. Что-то думать? В дальнейшем жильем, так как говорится, это не выход. Так вот говорят, ходить по улице, и да, нужно какое-то жилье для себя. А будет как бы так. Ну, как получится, буду надеяться. Молить Господа, чтобы получилось все. Дарэчы, месяц тому у кризисном центре створили майстерню. Працаваць яна пачне на початку наступного года и будет спрыяць працоўной реабилитации проживающих. Олег Сенцюров, Ганна Каральчук, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».